Баскиян с мячом на своей половине поля. Нунес работает в паре с Иниго Мартинесом сегодня в центре обороны. Ой-ой-ой, какая ошибка! Какая-то просто детская и непозволительная, и непривычная для нынешнего Атлетика. И тут же наказание. Первый пропущенный мяч Уная Симоном в этом сезоне. Но здесь к не к вратарю вопроса, а к тому игроку, который зазевался, потерял мяч. Вот этот эпизод, ну, грубая ошибка. Ну, надо было подсказать, что за спиной находится соперник. Никто не подсказал. Микелио Везга. И затем вот такое продолжение. Ну и молодец Гвардиола. Не нарушил правила. Вступил в борьбу, словно, знаете, из засады выскочил. Ну и потом вот с левой ноги такой черпачок. Здорово мимо голкипера в дальний угол. Мяч там еще так чуть-чуть коснулся штанги и оказался в воротах. И там всматривается в штрафную площадь. Глазами подает сигналы своим. И на ближнюю штангу подает вот этот момент. Я думаю, это во многом наигранная комбинация. Здорово. По резкой такой, резаной и удобной для партнера, который нанес удар, заслал мяч в штрафную Муньяин. Автор голевого паса. Кто подсказал, а может у нас тут автогол случился? Нам Сиса показали. Да, 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 это автогол. Но при этом, знаете, как часто говорят футболисты, хороший пас или подача не пропадает. А Муньяин здорово, здорово послал мяч на ближнюю штангу. И вот здесь забивший в прошлом туре ворота Хетафе. Маркос. Хорошая передача. Вот тут надо бы порезче разворачиваться и пробить поворотом. Мяч в считанных сантиметрах проскакал буквально. Хорошо сориентировался. Спиной к воротам получил мяч. Но здесь не без доли везения, потому что защитник выбил прямо на соперника мяч. Это Катена. Ассистировал Рауль Гарсия. Стандарт, штрафной, естественно, у мяча Яин. А вот такое решение оригинальное. И удар по воротам в ближний угол. Удар в створ ворот. Что является огромной редкостью в сегодняшнем матче. А вот момент. Вот момент. Мяч уже в штрафной. Подача, удар по пустым, по сути, воротам. Потому что на ближней штанге остался голкипер гостей Димитревский. Но по воротам, по этим незащищенным пустым, не удалось нанести точный удар головой. А это был шанс. Это был моментище и, может быть, последний в этой встрече для басков. Меньше двух минут играть. Бебеева мяча. Стандарт. И это шанс для Рау вырвать победу в этом матче на чужом поле на стадионе Нуэва Сан-Мамес. Момент, удар, гол! Вот только вопрос, вне игры или не вне игры, но это гол! Это гол! Вот это невероятно! И кто забивает? Фалькао! Фалькао! Сейчас стандарт исполнил. Как навесил. И где Фалькао? Весь вопрос, судя по всему, нет офсайда. Успевает он выскочить, он был в правильной позиции в момент передачи. И почему-то о нем забыли. Его проспали защитники. Играющий не под девятым номером, как мы привыкли, а теперь под третьим колумбиец опережает вратаря и буквально с метра головой заносит его в ворота. А Андони Ираола близок к тому, чтобы обыграть свою бывшую команду. Никакого кино не надо. Это футбол, это Ла Лига.